Сняли мы жилье в Анапе, однокомнатная квартира с 1 сентября по 11 сентября, 10 дней. Квартира с обычным ремонтом, главное, что недалеко от моря. Слева у нас входная дверь с домофоном, обувница, небольшое зеркало. Для нас главное было, чтобы квартира была чистая и совсем необходимым для 10-дневного отдыха. Здесь вот слева вход в ванную комнату. А это в комнату. Два дивана. Снимали на троих человек. Снимаем. Два раскладных дивана. За 1500 в сутки снимаем. От моря недалеко. Минут 10, наверное. 10, максимум 15 минут. С спокойным шагом. Так, там балкон у нас. Кондиционер. Он работает, шумит. Телевизор. С приставкой. Так, шкаф, стол раскладной. Шкаф. Сейчас покажу шкафу у нас. Принадлежности. Постельные два комплекта. Банных три полотенца. На троих человек снимаем. Три ручных полотенца. Ну, там же наши вещи частично. Ну, тут вот вешалки. Подушки, подушки, говорю, и эти одеяла, подушки. Внизу наша коробка уже стоит. Вот. Так, у нас это у нас там кухня. В кухне холодильник, небольшой столик с диванчиками, микроволновка разогреть, плита газовая. Газовая колонка, горячая вода есть, шкафчики, ну, с посудой там, чашки, кружки, ложки, вот, ложки там у нас все, вот, всех в лягушечках я уже посмотрела. Здесь, по-моему, кастрюльки есть, да, там у нас кастрюльки, сковородки, все, все есть, да, и терка, смотрю, есть. Так, здесь у нас мусорная. Да, мусорная, ведерко, чистенькая. Посуда, обычная посуда, там кружки наверху. Здесь немножко что-то, кувшин, воду. А вот воду, да, кипяченую поставить. Чайничек, еще не все рассмотрела. Уксус, перечницы, солонки. Ну, наши немножко, ой, немножко продукты прикрыла. Кухонка небольшая. Главное, что все есть. Так, выход на балкон. Балкон не застекленный. Кондиционер здесь работает, все прохладно. А туда выходишь. Очень жарко. Балкон, плитка. Плитка. Ну, вот кондиционер видно сбоку. Вот вид из окна. Обычный балкончик, не застекленный, просто балкончик такой. Вот море вон там вот, за теми, в эту сторону море, за, вон за тем домом пройти и туда море. Ну, минут 15 до моря со спокойным шагом. Сейчас ванну покажу. Так, ванная комната. Ну, обычная ванная комната. Стиральная машина. Обычный душ, шторка, ванна, унитаз, раковина, обычная ванна, чистенько, аккуратненько, главное, что можно помыться, постираться, помыться. Вода также через газовую колонку горячая идет. Вот такая ванная.